10 декабря 2017 года на востоке Чехии в городе Острава жители проснулись в 4 часа утра от покачивания кроватей. В стране было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 баллов, которое является достаточно редким явлением для страны в этой области. И повторяются толчки земной коры схожей силы раз в несколько десятилетий. Сведения о повреждениях не поступали. Евросредиземноморский сейсмический центр спустя время определил величину земного толчка в 3,2 балла, а глубина увеличилась с 5 км до 12 км. Эпицентр находился рядом с городом Глучин, который расположен между городами Опава и Острава. Сейсмическая зона в Ранче, расположенная на разломе южных в Румынии и восточных в Украине Карпат. Зона малоизучена, но является уникальной, так как в ней происходит глубокофокусное землетрясение на глубине от 80 до 190 км, сильные толчки от которых фиксируются на территории от Греции до Финляндии. Начиная с 1107 года и до 20-го столетия в зоне Вранча было зафиксировано 60 землетрясений магнитудой 7-8 баллов. За 20-е столетие было зафиксировано 30 землетрясений магнитудой 6,5-8 баллов. Наиболее сильные земные толчки наблюдались в 1738 году, в 1790 году, в 1887 году, в 1908 году, в 1934 году, в 1940 году, в 1977 году, в 1981 году, в 1986 году, в 1990 году. Землетрясения приводили к разрушениям и повреждениям на большой территории в разных странах. Стоит отметить, что каждый год из зоны Вранче исходят сотни землетрясений, в которых просматривается цикличность. Анализ происходящих земных толчков показывает, что каждые 30 лет в этой зоне фиксируются максимальные магнитуды сотрясений. Беларусь, северная часть Болгарии, восточная часть Венгрии, Молдова, Сербия и юго-западная часть Украины – это территории, на которых магнитуда землетрясений может достигать 8 баллов по 12-бальной системе. Резкое усиление сейсмической активности и появление геотермальных аномалий с осени 2013 года, по мнению специалистов, являются предвестниками разрушительных землетрясений, которые могут произойти в любой момент. Последние 3 года наблюдается нарастающая активность в зоне Вранча. Это говорит о том, что в любой момент может произойти землетрясение с максимальной магнитудой для данного региона – 8-бальное. А вот ответить на вопрос, когда именно это произойдет, не в состоянии никто на сегодняшний день. В помощь ученым и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нем происходят не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. Последние исследования международной группы ученых Международного общественного движения АЛЛАТРА показывают, что обладая знаниями исконной физики АЛЛАТРА, обществу под силу успешно минимизировать степень разрушительного действия стихии, сохраняя при этом самое ценное – жизни людей. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.